Школа полного дня на 600 мест и детский сад на 225 мест. Таковы характеристики новейшей гимназии имени Евгения Примакова. Образовательное учреждение будет готовить ребят по четырем профилям – универсальному, инженерному, медико-биологическому, а также специальности бизнес и управление. Постараются сделать все, чтобы вы тоже учились думать самостоятельно, работать самостоятельно, извлекать из общения все для того, чтобы становиться более развитой личностью и личностью, которая будет помогать своей стране решать те проблемы, которые перед нами стоят, с прекрасным знанием нашей истории, наших традиций и нашего законного места в международных делах. В работе гимназия планирует активно взаимодействовать с ведущими вузами страны. Уникальная образовательная программа построена на базе передовых российских и иностранных методик. Я очень надеюсь, что в этих стенах будет дух Евгения Максимовича Примакова. Я очень надеюсь, что каждый школьник, каждый маленький гражданин нашей страны будет чувствовать и соблюдать правила и принципы, которые являются очень важными и добрыми в жизни. Гимназии присвоили имя Евгения Примакова, академика, политического и общественного деятеля. На церемонии открытия гимназии присутствовали члены семьи человека, который годы работал на благо страны. Разговор идет о ценностях, которые эта школа будет разделять. И, конечно, мы переживаем то, чтобы вот так это все увидели, чтобы школа готовила детей, которые будут открыты для внешнего мира, которые будут любить свою страну, которые будут высокоинтеллектуально подготовлены. Для ребят собрали мощный педагогический состав, в том числе иностранных преподавателей. С первого дня обучения гимназисты будут общаться на двух языках – русском и английском. Праздничную церемонию посетили тысячи человек. Три. Хором! Два. Один! Пуск! Воу! Святослав Савенков, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».